10 годам лишения свободы приговорили экс-акима Кентау. Кроме этого, Рашида Аюпова обязали вернуть государству без малого 423 миллиона тенге. Приговор о признании Аюпова виновным сегодня вынес столичный суд. Бывшего акима Кентау, а до этого и Туркестана, признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки почти в 3 миллиона долларов. Правда, случилось это еще 10 лет назад. Тогда он работал в канцелярии премьер-министра. И, судя по приговору, за эту сумму обещал победу в дорогостоящем тендере. Но полученные деньги присвоил себе. Впрочем, сам Аюпов вину не признал и заявил, что будет обжаловать приговор. Аюпова Рашида Абатовича признать виновным в совершенном преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 28 части 5 статьи 312 Уголовного кодекса Республики Казахстан в редакции 1997 года и по данной статье назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбытием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы в среде безопасности.